Ну що ж, друзі, репетицію ми з вами побачили. Настав час для найцікавішого. Зараз ми з вами знаходимося у Freedom Event Hall, де відбуватиметься прем'єра нашумівшої вистави «Медея Медіа». Ми задумали його в сучасній середі. І коли шукали йому реалізації такої середи, то придумали цей варіант такої медійної середи. Щось телевізіонне, ток-шоу, реклама. И как бы вот вплетаем в эту драматическую и трагическую ткань. На меня, подруги, и без вас нежданное обрушилось несчастье, раздавленное им, и умереть хотела бы, дыхание только мука. Собрались действительно люди совершенно разных жанров, совершенно разных, скажем так, конфессий и профессий, и у которых был свой звездный график, мы его так называли. И мы все постарались вот его совместить и уделить максимум времени этому, даже не спектаклю, а метапроекту. Ім'я Медеї, славнозвісної чаклунки, було для вас чим-то незамінним особисто в той самий момент, коли ви драпали разом з нею її батька колхідського царя Ета. Пройшло 13 років. Чому так сталося? Как Гамлета не надо ставить за него браться, если у вас нет актера на Гамлета, так же и с Медеей. Не задумывайте Медею, если некому играть Медею, но такая актриса сейчас в Украине есть. Это Катя Кистень. И мне кажется, что это действительно очень серьезная современная актриса, которой время пришло играть серьезные роли. Ни матери, ни брата, никого, хоть бы на душе туда! Кричали гладью на время боя! Где-то струна рвется, как паутинка, черные ноты, что поют пластинки. Мы пытаемся найти на это ответ. Где предел сегодняшней человеческой жестокости? Где вообще перестает человек существовать как человек и переходит во что-то другое? Вот где эта граница? Вот этому посвящен миф и, на наш взгляд, посвящена наша работа. Пускай дух не властен больше сопротивляться муке. Так они там и лежат. Старик и дочь. Компанія «Квартал Концерт» бажає вам яскравих вражень, гарного настрою і до нових пригод і концертів. Ваш «Квартал Концерт».